Областное радио. Вспомни, слепые прослушивания, шоу «Голос дети». Мы можем отвернуться, чтобы тебе было попривычнее. Вспомним, как это было, да-да. Давайте. Sunny, yeah. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, to-to-to-ta-to-to. You smile at me and drilling in the pain. The darkness I go and the brightness I hear. Why sunny, one shine, sun, sun, sun. Sunny, one so true, I love you. Не знаю, как были предыдущие сезоны взрослые, там и последующие сезоны детские и взрослые, но наш сезон — это была большая семья. Никто никогда не задумывался о том, чтобы сделать там какую-нибудь пакость, чтобы пройти дальше там, или еще что-то там, подсыпать что-нибудь в чай или в воду. Ого-го, даже такого... такое бывает? Подсыпали? Нет, конечно, мы все были очень дружные, все там друг другу помогали, даже участники, мы сидели, давай, у тебя получится взять эту высокую ноту там. Ой, сейчас я поступила в училище при Гнесинке. Я безумно этому рада. Я прям счастлива. Да. Поздравляю. Поступила на бюджет. Поздравляю. Я прям самый счастливый человек на планете сейчас. И я наконец-то могу заниматься музыкой вдоволь. Поэтому я сейчас записала очень крутую песню. Прям вот мне она очень сейчас нравится. Которая у нас прозвучит в эфире сегодня. Нет, еще круче у нас прозвучит. Она еще не круче, вышла. Да. Вот, и мы сейчас снимаем в Новосибирске на нее клип. Вот, Олег, напомним, с нами еще сегодня в студии Олег Захаров, новосибирский кинорежиссер. Олег, что за клип, что за сюрприз готовите? И почему, кстати, Новосибирск выбран на территории для съемки? Ну, у нас же самый лучший город. Это правда. Поэтому именно здесь. Даже микрофон. Подтвердил. Да-да-да. Ну, на самом деле, тоже безумно рад, что нам удалось реализовывать, уже сейчас мы реализовываем этот проект. Потому что до нашей встречи здесь мы не общались лично. Да, не были знакомы. Очень сильно волновался, я пересмотрел все видео, вообще все с выступлений, какие-то документальные. То есть пытался максимально познакомиться с человеком. Вот. И если я волновался, и были какие-то опасения, они были развеяны буквально, наверное, в первые часы после нашего знакомства. Я понял, что... Поздно. Вот. Ну, очень замечательный человек, очень подтверждаем, творческий. Да. Это правда. Спасибо большое. Очень приятно работать. У нас прошло уже 2 съемочных дня, сегодня 3-й. Очень много интересных моментов, которые от меня не ожидают зрители. Много всего такого, много истории, много смысла в клипе. И это очень круто, мне это очень нравится. Потрясающие актеры, невероятно крутая команда, которая это все делает, творит. Очень классное это влечение к деталям именно вот клипа. Абсолютно, я думаю, честно называем это совместным проектом, потому что по всем моментам мы советовались, начиная от идеи и сценарий. Да. И вместе мы думали, как закончить, как эту историю закончить, были варианты. Вот. И по всему остальному, и по образам, и по локациям. Во всем мы советовались, то есть в таком тесном соавторстве, скажем так. Ну да, ну, Олег предоставил ту самую, скажем так, идею, главную. Я не знаю даже, как это... Просто как запоется, неважно, как запоется. Радио 54. Как мило, ты слышал? Я в восторге. Радио 54. Первое областное радио.